Всех приветствую и всем ассаламу алейкум. Меня зовут Гор, я представляю команду «Стубро». В любителях я шагал по головам и добивался всех поставленных высот. На данный момент это перстень топ-дога. Поэтому все, кто будет вставать на моем пути, будут понимать, как жестко я бью и как быстро я двигаюсь. Хочу сказать огромное спасибо Жене Алексею и Виталию Тарасову за помощь в подготовке к бою. Всем кровавого шоу! Всем привет, меня зовут Сергей Макаров, являюсь кандидатом мастера спорта по боксу, шестикратный чемпион Калужской области. На топ-доге буду проводить второй бой, этот бой для меня будет очень ответственный. Смотрите мой бой, будет очень жарко. Всем добра. Ну и последний бой среди наших предварительных, который будет перед небольшим перерывом и нашим выходом в эфир, где не все кикбоксеры сегодня смогут использовать в бою свои ноги. Даже в поединке с базовым боксером по правилам голых кулаков на ринг приглашается уральский кикер Григорий Мороз по прозвищу Геркулес. Он готов пробивать потолок за потолком на пути к Олимпу боевой славы. Ведь за плечами этого молодого парня уже 10 лет кикбоксинга и огромное количество боев и соревнований. Геркулес является 7-кратным финалистом первенства России и финалистом первенства Европы 2015 года. Так встретим же его, как подобает! Против Урала, с калужских земель, выходит лицензированный охотник на зубров. Это Сергей Макаров! Чемпион Калужской области по боксу с внушительным размахом рук в 2 метра уже показал, что готов к любому повороту поединка. Ведь в первом раунде своего первого боя в нашей организации он упал в нокдаун, встал и уничтожил своего противника. Рост бойца 189 сантиметров, вес 94,1 килограмма, и ему 28 лет. Давайте взглянем на последний бой предварительного карда, который пройдет в формате голых кулаков. Файт, работаем! Прикорми! Подгоним, Серёга, вот так! Ловушку забывай! Дёргай, Серёга! Файт, работаем!
Давай!
Серый, переднюю ручку тяни. Воды выпьешь? Воды. Прополоскай, выпей. Выплевывайся. Серый, передняя ручка. Держи вот, больше на переднюю ручку. Ты только руку опускаешь, и он на тебя начинает идти. Понял? Так ты только руку опускаешь, он начинает сразу на тебя идти. Понял? Два зуба съебалось. А? Два зуба съебалось. Стой. Да ничего страшного, что? Ничего страшного. Забудь ты про зубы уже. Стой. Не думай, не думай, не думай. Гриша. Да, ноги. Да, не да, застаиваешься, Гриша. Голову подними. Давай, пожалуйста, не будем. Видишь, такая сечка? Глаз закрой. Победу! Остановкой врача в третьем раунде ввиду сломанной челюсти одерживает Сергей Макаров, охотник на зубров! Сейчас я быстро Гришу отпущу. Григорий, я был в такой ситуации, и могу тебе сказать, что не стоит давать много слов со сломанной челюстью. В целом, ты хорошо бился. Мы дали тебе поддержку нашего зала.
Поклон, блядь! И достойно представил свой клуб. Красавчик! Залечивай раны! Я пока иду к твоему сопернику. Макар! Это подарок нашей организации от Николая Чибиса. Долго просыпается, но когда просыпается, всегда одерживает победу. Скажи нам пару слов. Всех приветствую. Спасибо большое за поддержку. Я хотел бы эту победу посвятить в честь нашего друга, брата Артема. Недавно он разбился в аварии. Это победа в честь него. Всем спасибо. Калуге привет. Белгородской Браве привет. Спасибо большое. Красавчик Сергей Макаров, восходящая звезда полутяжелого веса. Это кредитная карта Тинькофф Платинум. А значит, кэшбэк за любые покупки. До 15% кэшбэка за покупки билетов на спортивные события. И до 30% кэшбэка, которые возвращаются за покупки по спецпредложениям партнеров. И все это при кредитном лимите до 700 тысяч рублей и беспроцентном периоде в 55 дней. А также бесплатной доставкой по всей России, бесплатным пополнением, выгодными рассрочками у партнеров банка и самым удобным банковским приложением. Но это еще не все. Если вы оформите карту по ссылке в описании, то вам вернется 2000 рублей, но при условии, что в первый месяц вы потратите 5. Заказывай карту через интернет. С Тинькофф Платинум плати без бед. Всем салям. Исайм, с вами Республика Башкортостан, город Уфа. Зовут меня Ханов Марсель, являюсь кандидатом в мастера спорта по боксу. В топ-доге у меня есть одна победа, пришли за второй. Все увидите в бою. Всем здравствуйте, меня зовут Владислав Ромащенко, мое прозвище ИС, я из города Туапсе. Боксом занимаюсь уже 18 лет. В организации топ-дог за своей спиной имею один бой, достаточно ярко дебютировал. Победа в первом раунде, и я хочу это сделать для себя традицией. Всем бокс! Уже в следующем бою вы должны были увидеть первое противостояние двух кулачных лиг в истории. Но границы нашего государства закрылись для Максима Шейка по прозвищу Зуб. И Владислав Ромащенко потерял своего оппонента, но не потерял бой, который спас Марсель Ханов. Решил спасти этот бой, выйдя на замену на коротком уведомлении. Ведь хочет скорее провести свой второй поединок в топ-дог. Его первая победа не удовлетворила в первую очередь его самого. И представитель города Уфа является кандидатом в мастера спорта по боксу, трехкратным чемпионом Республики Башкортостан и победителем всероссийских турниров. Ну а с черноморского побережья Краснодарского края города Туапсе к нам приехал Владислав Ромащенко по прозвищу ИС.
на все 100 полутяж. Ярко дебютировал на нашем прошлом турнире, и драться с которым отказалось сразу 8 бойцов. Ведь мастер спорта по боксу с 17-летним стажем и чемпион Южного федерального округа всегда выходит в ринг за победой и знает, что все зависит только от него. Ведь подготовку к боям он проводит самостоятельно. Лучше, Влад, спокойно, спокойно.
Ведись на его, вот этого, ведись на него, вообще не ведись. Он просто, братан, из себя строит. Двигайся и постоянно на нем. Лево, лево, право и ушел. Мешай, мешай ему. Предсказуемом бою. И как я вам всем обещал, этот турнир будет полон драмы, которая произошла сейчас в ринге. Есть победитель нокаутом во втором раунде. И это Марсель Ханов. Давайте проводим Владислава, чтобы он вернулся в следующий раз еще сильнее. Ну а теперь к Марселю. Марсель, мое уважение к тебе прежде всего за то, что ты принял бой еще и на коротком уведомлении против бойца, с которым отказалось биться сразу 8 человек. В прошлый раз, никто, может, тут и не знает, ты провел неубедительный поединок, сказав, что соперник нужен тебе сильнее, чтобы ты смог раскрыться. Тебе пришлось тяжело в начале, но самое главное, что ты проявил волю к победе, не сдался и забрал свое.
А пока ты будешь говорить слово, я думаю, такая драма достойна и бонуса. Всем большое спасибо, кто присутствует. Большое спасибо организаторам. Мне, скажу так, если можно чуть подольше поговорить. Мне говорили, идите в бой. Ну, я как коротко сказали, ну, в другие организации попробуй то, что после первого боя так получилось. Я говорю, нет, я хочу быть именно на топ-доге. Потому что эта организация, это настоящий спорт. Здесь есть мужское и нету никакой какой-то, знаете, рекламы или двуличия, наигранности. Этого нету. Поэтому я хочу быть здесь. Я заберу свое. Спасибо, спасибо родному спортзалу «Новатор», «Профи-ринг» и клуб «Федерация». Привет моим родителям и моей сестренке. Я очень сильно вас люблю. Спасибо. Спасибо тебе. Ты сказал, что заберешь свое, но забери для начала подарок от нашего генерального спонсора «Олимбет» с самым удобным приложением. Марсель Ханов! Герой сегодняшнего вечера!